большинство пациентов, которые попадают в реанимацию, в тяжелом состоянии не вакцинированы. Иногда охватывает чувство отчаяния, конечно, потому что это можно было очень легко предотвратить тяжелое течение заболевания, если бы человек вакцинировался. Мы видим статистику, которая наблюдается в нашей стране по летальности. Это прямая причина, следственная связь с вакцинацией. Те страны, которые прививаются и у которых процент вакцинации очень высокий, они не столь тяжелые цифры по летальности. Я вспоминаю те бессонные ночи, когда к нам поступает огромное количество пациентов, которые, в принципе, просто не соблюдали никаких средств банальной индивидуальной защиты. Когда пациент прошел все те тяготы этой болезни, и он выжил, он перенес это заболевание, и практически 90% случаев пациенты, уходя от нас, говорят: «Доктор, вы были правы, и теперь я буду всем говорить, что вакцинироваться нужно, и это обязательно». Так как в России не происходит нигде. Хочешь — приди, хочешь — зайди, хочешь — случайно проходи мимо, сделай прививку. Все в доступе. Почему не делают? Не знаю. Прививка однозначно. Подари себе шанс выжить после ковида. Однозначно.